явка очень важна. Высокий процент явки показывает высокую активность граждан. И высокая активность граждан – это ресурс, с которым можно решать вопросы. То есть если я знаю, что за мной или там за любым руководителем региона активные граждане, когда он решает любые вопросы, то вопросы решаются быстрее. В тех регионах, у которых население неактивное, апатичное, не ходит на голосование, те регионы, как правило, меньше поддерживаются и на них меньше обращают внимание. Поэтому если наша республика активно проголосует, будет большой процент явки, причем граждане могут голосовать за того, за кого считают нужным. Поэтому высокая явка, она важна для будущего, для решения на предстоящие годы различных вопросов, касающихся развития республики, ну, улучшения жизни. Поэтому призываю всех прийти и проголосовать. Сегодня этот день проведете? Ой, дома я не усижусь. Я же на работу.